На библейский портал Экзагет пришел вопрос, как правильно понимать смысл слов «сила моя совершается в немощи». Ну, для того, чтобы понять смысл этих слов, мы должны вспомнить, в каких обстоятельствах эти слова были сказаны. «Сила моя» здесь стоит э, с большой буквы слова «моя», имеется в виду сила божественная, сила, которая не спосылает нам сам Бог совершается в немощи. Обстоятельства этого послания, если можно так сказать, божественного апостолу Павла было следующее. Обстоятельства заключались в том, что у апостола Павла была некая немощь, о которой он говорит прекровенно, поэтому мы и разбирать это не будем. Но, тем не менее, он просил Господа, троекратно даже просил, о том, чтобы Господь эту немощь, эту язву, ангел, сатанин, как апостол Павел выражается, был отнят от него. И, наконец, после троекратного моления апостола Павла, именно вот эти слова, о которых мы говорим, «сила моя в немощи совершается», говорится самому апостолу, великому апостолу, первоверховному апостолу Павлу, самим Богом. «Сила моя в нем еще совершается, давлеет тебе благодати моей». Здесь это не указано, но перед этим это как раз говорится. То есть достаточно, достаточно тебе благодати моей, а сила моя в нем еще совершается. Понятное дело, что благодать Божия, она всегда присутствует. Понятное дело, что сила Божия сильнее любой силы, которая нам известна на земле. И в то же время эту благодать Божию мы носим, как опять-таки упоминается в Священном Писании, в скудельных сосудах, то есть в глиняных горшках. Как бы. А глиняный горшок, основная его характеристика в чем состоит? Что он очень хрупкий, его ударил как-то немножко посильнее, чем это нужно, он раскололся, его уронил, он разбился. Скудельные сосуды – это сосуды, которые нуждаются в особом каком-то отношении, в особом каком-то уходе. И вот эту благодать Божию, бесконечную, безграничную, всесильную даже, мы носим вот в этих сосудах скудельных, которые, которые являются только образом, образом нашего временного бренного тела, нашего временного существования. Мы носим эту великую благодать, бесконечную Божию, в очень ограниченном пространстве и к тому же очень хрупком. И вот э, Господь говорит, сила моя совершается э, в немощи. Для чего? Если бы мы стали обладать какими-то волшебными, необыкновенными свойствами, тогда, когда Господь нам дал дар какой-то особый, дар чудотворения, например, дар, дар исцеления. Если бы мы не носили этот великий дар в скудельных, то есть в очень хрупких сосудах, то, конечно, мы, когда я говорю «мы», я говорю о церкви в целом, конечно, вряд ли кто-то из наших слушающих обладает, например, даром исцеления или чудотворения. Об этом, конечно, трудно говорить, скорее всего, о святых, тут речь в данном случае идет, но мы должны помнить, что если Господь нам и дарует по великой своей милости какое-то чудо, которое совершится по нашей молитве, то не надо гордиться. А это очень легко сделать в том случае, если бы мы отчетливо не понимали, что сила – это не от нас, а сила – это от Бога. Мне кажется, смысл этих слов о том, что сила моя совершается в немощи, как раз в этом. В том, что несмотря на проявление через нас, это бывает, великой силы Божьей, благодати Его, мы всегда почти понимаем, что это не от нас, что это Божий дар. И чем более немощный человек, тем отчетливо, отчетливее он это понимает. Мы помним, что очень многие святые, будучи великими праведниками и чудотворцами даже, тем не менее, были людьми немощными. Например, преподобный Серафим Саровский, известный наш подвижник, святой преподобный, он был сгорблен всю свою жизнь, потому что, известные случаи, на него напали разбойники и повредили сильно его здоровью. Мы знаем картины, изображающие святого преподобного Амвросия Оптинского, который лежит на одре, еле живой и, тем не менее, огромную пользу приносит всем тем, кто приходит к нему. И мы можем назвать не только этих двух э, святых, но и очень и очень э, многих. Известно, например, что великий святой э, золотого времени христианства Василий Великий был настолько немощен, что когда к нему пришли для того, чтобы разбираться с ним светские власти, он сказал, я не боюсь ничего, потому что я от первого же удара вашего, я умру, скончаюсь, я не выдержу этого. Настолько он был слаб, насколько он был силен в духовном смысле. Так что сила моя в немощи совершается, относится ко всем святым. Дай Бог, что вы к нам тоже. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.